что нужно сказать? Вот там-то вы сможете поесть оладушек, принять участие в конкурсах и заработать цуцики, валюта ДРП, чтобы потратить на всякую всячину. Ой, чуть не забыли! Но в связи с тем, что прошел дождик, концерт прошел в нашем Поленовском. А вечером состоялась дискотека, как всегда. С нами был диджей Володя. Давай, ну что ж не забыли? Давай с третьего куплета. Ой, чуть не забыли, спорт. Сначала... Все, давай еще раз, последний раз. Что такое драматургия, реквизит и декорация? Какие жанры театрального искусства? Все это и многое другое означало спорт. Зажигали мы на полную катушку. Следите за новостями, дорогие... А вы, дорогие зрители и читатели, сможете все увидеть позже на нашем канале в Ютубе. Др. Поленова. Др. А после этой захватывающей игры на поле сразились команды провинции Алый Берый Рон. Сегодня состоялась очередная битва на пионербольном поле между командой Монтаны и Николаем Зиминым. В республике утром прошла сдача нормы ГТО. Поленовцы оперативно на футбольном поле. И сегодня выявит самый лучший. Мы крайний раз приветствуем вас на этой смене, наши любимые, дорогие... Давай еще раз. Не волнуйся. Сейчас. Мы крайний раз приветствуем вас на этой смене, наши любимые... Приветствуем всех. Дела у нас отлично. Грустно, правда, что все... Утром состоялось торжественное... 3-4. Утром состоялось торжественное... Очень много шипяточек. И еще раз спасибо, родители. До новых встреч, чмоки.